Ну что, проверим холодный пуск на E-Power. Как тебя выключить? Так, ну что, индикации у нас нету. А, есть, вот масло горит зелененьким. Но если зелененьким, значит можно ехать. Селектор, как у Лифа. Двигатель набивает батарейку. Примерно пол батареи у нас бензина, два деления, 7300. Новая машина. Крутой руль. Так. Ну что, стартанем. Сейчас у нас мотор, наверное, еще холодный, но мне не очень нравится его звук на холодную. То есть он, когда машина стоит, он набивает батарейку. И он очень громкий ввиду отсутствия шумки. Да что ты? Ой, тормоза вообще прям чувствуют. Прям чувствуют педаль. Он очень громкий. Пока сейчас посмотрим, прокатимся. Может быть, он прогреется и будет работать очень тихо. Но сейчас пока у нас, блин, очень много шума от мотора из моторного отсека. Все-таки это еще и сказывается то, что HR12 все-таки трехцилиндровый мотор. И от этого шум. Вот едет 570, у него тюнинга, наверное, как на стоимость этого нота в районе миллиона. Очень эффектно выглядит. Но что же выбрать? Купить нот E-Power, либо обвешать своего Лексуса. Не знаю, пока мне нравится E-Power. Когда поднимаешь обороты, начинает напрягаться бензиновый мотор. И реально пропадает ощущение, то, что мотор у нас служит для подзарядки. Ну, он как генератор, да, работает. Вот я сейчас добавил ему подхвост, бензиновый мотор добавил оборотов. Нету тахометра, я не знаю, сколько было оборотов. Но машину только тянет электротяга. Но ощущение, что тянет еще и бензиновый мотор, меня не покидает. Но это иллюзия, приводов нету. Мотор работает только как генератор. Блин, я сижу в тачке будущего. Вот здесь очень хорошо чувствуется польза системы старт-стоп и вообще то, что у нас машина практически электрокар. Здесь мы, даже встряв в какую-то пробочку, мы все равно доедем до дома. Мы не останемся в пробке, мы не запаркуем где-то тачку на обочине и будем вызывать эвакуатор. Машина в пробках работает старт-стоп. Бензиновый двигатель то глохнет, то работает. Вот сейчас у нас почти полностью набитая батарея. Я вот сейчас качусь на батарее. Нет, двигатель опять завелся. Он все равно добивает батарею. Хотя она полная показана. Но надо покататься, чтобы понять все-таки, как он работает до конца. Но пока мне нравится эта маленькая шустрая табуретка. Можно ли поехать на ней в Хабаровск? Как-никак, все-таки, ну, 700 километров. Доедет ли она? Конечно же, доедет. А вот сколько она съест, было бы интересно проверить. Но этим займется уже хозяин данной тачки. Я представляю, как он уже ждет ее. Он мне показывал 70 километров я могу проехать. Ну, я так понял, до заправки. А потом он жестко запищал, так и сейчас показывает мне прочерки. Но вот индикация бензина, вон есть две полоски, но они как бы, ну, то есть это типа резерв. Вот сейчас еще работает бензиновый мотор, но горят прочерки. И я думаю, блин, у меня кончился бенз, насколько мне хватит батареи? А тут же меньше, чем у Лифа, в 20 раз. Не дотяну до заправки. Вот, на самом деле, короче, еще не понял эту тачку, как она вот работает вот в плане, когда кончается бенз. Сейчас поеду оперативно на заправку, нужно срочно капнуть бенза. Не хочется встать на таком
технологичном автомобиле из-за того, что кончился бензин. Но вот сейчас вот скатываюсь на тормозах, у нас заряжается батарейка от колес, бензиновый заглушен, в принципе, как на гибриде. Блин, ну тяга, кайф прям. И вот встает вопрос, а что лучше? Как у большинства гибридов, в связке тяга гибрида и бензинового ДВС, либо именно использовать двигатель как генератор для подзарядки батареи. Вот в плане езды нота вообще кайфовая, прям кайфовая. Тяга, вот этот вот, ну, не хуже, чем у Лифа. На низах она вообще шустрая. Очень круто. Стартует, дает эмоции, вообще классно. Даже, я думаю, где-то, может быть, этого много, то, что можно где-то борщинуть чуть-чуть с педалью и, не дай боже, въехать кому-то вперед. Вот, но как он тянет, это супер, конечно. Я представляю, что творится на Тесле. Я не знаю, они там сколько тянут, там менее 5 секунд, по-моему, сотню набирают. Там, конечно, тяга вообще караул. Посмотрите, какой крутой руль. О, с 20-го приуса все идет, вот этот скошенный низ. В общем, очень интересно наблюдать за этим всем. Вообще панель, то, что вот здесь вот у нас показаны передачи, справа у нас идет вообще, что творится сейчас с агрегатами, что у нас заряжается, это немного похоже на, да даже не немного, а я прям вот смотрю и вспоминаю сразу же GP5, GP6. Очень все похоже. Вы посмотрите на качество графики, как все отрисовано. Я вот, лично говоря, не вижу точек. Очень приятно смотреть глазу. Ну, машина 17-го года, как бы уже надо полагать, что уже можно рисовать нормально. У японских автомобилей, честно говоря, с этим беда. Даже в Lexus GX460, который у меня был 12-го года, у него мультимедиа так паршиво была отрисована. И она вроде бы чуть-чуть поменялась только в рестайлинге от 2014 года. Но в 2012 году такая паршивая графика. Я вообще не знаю, как можно было в такой люксовый рамный джип загрузить вот это убожество. Ой, тяга вообще просто. Я если бы купил данный автомобиль, я бы просто бы пару дней я катался бы. Стартовал с перекрестков, где-то потихонечку ездил, где-то не потихонечку. Вот прям я вот катаюсь и испытываю кайф. Так, пропало одно деление с бензина. Сейчас заеду на заправку. Залью 5 литров, я думаю, мне этого хватит. Сейчас хочу замерить, какой у меня расход. Опять появилась мигающая цифра 54 километра. Почему он поставил прочерки, может быть, это, дружище, тебе надо по-любому доехать до заправки. Я понимаю, что я e-power, но ты не забывай про бензин, и, возможно, он делает такой гудочек, писк и показывает, едь на заправку. Не знаю, но бензин показывает то, что уже в красной зоне. Сейчас доеду. Ребят, и еще у меня появилась мысль, а почему Toyota не делает гибриды в стиле, когда у нас бензиновый мотор является только генератором для подзарядки батареи, потому что тяга супер вообще. Вот именно езда очень крутая. Почему Toyota не делает подобное? Сначала можно подумать, что Toyota, ну, они очень умные, они очень большие ребята, и эта технология, ну, она какая-то с изъяном, и просто пользователи не видят этого, пользователи e-power нотов. Но с другой стороны, есть автомобиль Nissan Leaf, который завоевал весь мир. Это не Tesla, но это бюджетный электрокар, которым пользуются во всем мире. Я их видел в Америке, они есть в Великобритании, есть в Европе, они есть в Азии, не только в Японии, они в Японии есть, они везде.
в России их сколько? Сейчас вообще идет тренд на лифы. У нас несколько депозитов, мы торгуем ZEO, AZEO. К сожалению, не торгуем еще ZE1, самый новый лиф от 2017 года. Эта тачка, она в тренде во всем мире, но Toyota ничего не сделала подобного. И можно ли сказать, что она отстает? Либо она просто отдала сцену Ниссану. Мол, играй, выступай, я посижу, посмотрю в зрительном зале на тебя, как вообще пойдут эти лифы. Но сам факт, Toyota не применяет данные технологии. Ну, я про роль бензинового мотора, вот сейчас он у нас опять завелся, как генератор для батареи. Вот этого Toyota не делает. Вопрос, почему? Для меня он прям вот, я вот сейчас сижу и думаю об этом. Оправданно ли рискует, либо это вообще просто прорыв в космос у Nissan в виде Not E-Power? Не знаю, время покажет. Вопрос, конечно же, там у многих в головах встанет, а как чинить данные моторы и прочее. Но я думаю, к этому вопросу владелец данного автомобиля подойдет далеко не скоро. У машины 7300 пробег. Чтобы здесь что-то сломалось, вариатора здесь нету. Здесь одноступенчатый редуктор, как на лифе. В принципе, меняй масло в моторе. Ну, что там уж по ходовке, там линки, там всякие сайлентблоки. Ну и все, и пользуйся этим будущим уже в России, где... Мы вообще не в будущем, вы посмотрите, что творится на тротуаре. И это я вижу, я тут катаюсь постоянно. И как бы это уже, ну, где-то месяца с 4. А я сижу в капсуле будущего, находясь в России. Конечно, очень рад за клиента, за его выбор. Он всегда его продаст за хорошие деньги, если ему не понравится. Но я надеюсь, то, что он будет ездить на данном автомобиле и кайфовать. Потому что за вот это коротенькое время... Сонары у нас сработали, хлопчик спереди прошел. Потому что за то короткое время, пока я нахожусь в данном автомобиле, я вообще ничего не могу сказать плохого. Я, может быть, очарован технологией вот этой, когда ДВС-генератор. И то, что я по факту еду в лифе, который, ну, который не остановится где-то на дороге и скажет: все, дружище, я не поеду, у меня кончилась батарея. Может быть, этим я очарован, но подо мной красивая тачка, у нее нету вариатора, у нее нету того, что может ломаться мотор новый, потому что у него 7300 пробег. Вопрос. Не получается у меня стартануть нигде со светофора. Все вроде суббота, какие-то пробки. Не знаю. Ну вот сейчас двигаюсь на батарейке. Батарейка у меня заряжена 80%. Сейчас стою в пробке. Работает только батарея. А двигатель бензина вообще заглушен. Не подзаряжает ее. Потому что он еще и прогретый. Блин, в общем, очень интересная технология. Очень интересная. Вот сейчас запустился. Заглох. Все-таки, когда чуть-чуть даешь нагрузки, он запускается. В общем, очень хитрая система, как она работает. Я думаю, не хватит мне часа-двух езды. Это уже ответит нам владелец в своем отзыве про этот автомобиль. Вообще, мне саму интересно, и чтобы мы знали сами и продавали данные автомобили всем желающим. Это будущее, и про будущее надо узнать все. Давайте поговорим про ходовку. Вот сейчас я еду по трещинам. Так, здесь у нас осторожненько, а то здесь едешь по главной, а люди себя ведут вокруг, как будто они на главной. Ходовка. Вот она прям нормальная. Она в меру и жесткая, она и в меру и мягкая. В общем, для комфортной езды по российским дорогам, а во Владике они не очень хорошие. Я вам скажу так. Вот РВР мне не понравился, но он просто вообще деревянный. Вот прям деревянный. А у нас еще у сотрудника есть ГА-3. Это тоже РВР. Он, правда, передний привод взял себе. И он делал там сая мне переобувал. В общем, ездил на САЕ, а я ездил на его РВРе полдня.
Мне вообще не понравился РВР в плане ходовой, хотя это кроссовер, он должен быть мягеньким, валким, комфортным, но мне вообще не понравился. По сравнению с РВР, ну, сай не берем, там 18 колеса на 45 высоте, то есть там как бы комфорта нету, но там есть красота и управляемость. Что я скажу про нот? Нот хорош прям по ходовой. Лиф покомфортнее. Лиф комфортнее однозначно. Не знаю, с чем связано. Это уже надо смотреть ходовку, сколько там всяких резиночек, сайлентблоков и прочего. Но лиф по ощущениям комфортнее. Ну, нота, ну, нормально она себя чувствует. Вот по таким вот латаным дорогам, по вот таким неровностям, ну прям, ну на уровне ходовой, на уровне высоты резины, как бы там практически все съедается. Единственное, я слышу, конечно, что происходит внизу. Вопрос, стоит ли вкидывать в шумку, когда у вас тачка стоит почти лям, стоит ли вкидывать в шумку? Но если есть деньги, если ты планируешь на данной машине ездить, ну хотя бы год, я бы, наверное, бы вкинул бы в шумку и просто кайфовал бы прямо от этой машины, потому что она мне очень нравится. И я бы заморочился. Большой бардачок. Здесь отсек. Так, лампочки у нас нету. Так, еду в гору. Нажал на газ. Но где-то на 1/3 газа, конечно, у меня уже там 60 было, очень быстро. Как же вот не хвалить тягу постоянно, не знаю, это просто, это наркотик в этой тачке, это тяга ее. Сейчас поеду на мост и покажу, как эта машина едет на высоких скоростях. Послушаем мотор, как он напрягается. Сейчас вот что-то, честно говоря, был провал вот со светофора. Я вроде бы потихо-потихо так катился, но был провальчик. Так, пробокс, не убей меня. Был провальчик. А вот когда он полностью стоит, и ты нажимаешь педаль, он прям в эту же долю секунды, он прям срывается. По-другому не назову его езду. Поездил я по городу, по пробкам, по всяким вот этим перекресткам. Я вам скажу так, это чистый кайф. Мне нравится. Сейчас еще проверим на скорости. Можно посмотреть будет показания АВГ, как у нас там с расходом, вывести какие-то цифры. А то они заявляют вообще там какие-то смешные. Не знаю, будет ли корректный АВГ, потому что он последние свои движения он делал в порту, то есть его загоняли на корабль, его там загоняли, ну, по складу гоняли, то есть это запустили, перекатили, выключили. И АВГ от этого, ну, естественно, показывает данные не самые корректные и не самые хорошие в плане расхода. Но попробуем сделать какие-либо выводы. Посмотрим моментальное АВГ. Вот этот Note E-Power стоит дороже, чем эта Дюна или что это? Какой-то Хайс старый. Ну, конечно, будущее. Вот будущее. Но вот если будет, не знаю, там, война с кем-нибудь, тогда, конечно, его Дюна в приоритете. Дизельная, старая, с таким вот тентом. Но в мирном будущем, конечно же, Note E-Power будет посильнее машина, чем вот такие вот дюны. Ну вот за обзорность, ну прям зачет. Прям зачет в такую маленькую, но правда дорогую, да, машину они засунули кучу камер, молодцы. Ребят, ну можно я буду говорить про тягу, но она мне очень нравится. Я вообще, это самая главная фишка этой тачки, я прям не могу молчать. Хотя я знаю, я уже сказал 10 раз про тягу, но это, я не знаю. Это как сесть в Феррари и не говорить, что она быстрая, дерзкая, с крутым звуком. Это то же самое. Но когда ты садишься в такую пипеточку, и она тянет очень-очень хорошо, это первое то, чего ты не ждешь, что она может ехать. Она едет. Она едет лучше, чем мой сай снизов. Прям супер. Момент просто дичайший. Просто дичайший. Я просто тронул педаль, а он уже хотел сорваться. Этот маленький шаттл.
конечно, опасности никакой не было, но мне надо было проверить, что он может. Ну что, я подбираюсь к мосту и сейчас буду наваливать. Мотор у нас ревет. Вот, ну прям серьезно, но вот я вот пока не верю, в силу того, то, что сколько у меня лет вождения, я, конечно, ни разу не ездил на таких машинах, поэтому я не верю, как будто у него идет привод только с электромотора, а бензиновый мотор как генератор. Но технический факт, ну что такое, вы видите эту пробку, ну и как вот здесь вот с ними бороться? Конечно, стрелка вообще просто растет на глазах. Там маленькая ракета просто. Номера у него с интересными буквами. В кавычках, с интересными. Я бы, честно говоря, бы, наверное, бы отказался бы от таких номеров. Красавчик. Камер на мосту нету. Ребят, кто с Владивостока? Если вы его тут ездите, всегда не больше 8. Камер нету. В ремонте или сломались, я не знаю, их сняли. Можете дубасить на все вообще силы, а вы тут крадетесь до сих пор. Вы смотрите, вообще камеры стоят, не стоят, потому что их уже нету тут недели две. Я тут езжу вообще по 150, а вы не смотрите. Тогда едем на Русский мост. Я должен показать подписчикам, что может эта тачка. Она как-никак стоит лям. А лям должен ехать. Говоря, очень хороший вопрос. А как же работает печка? Потому что я вот ее выключу, мне стало жарко. Она работает от тенов, она работает от выхлопных газов, либо она еще, черт пойми, как работает. Это очень интересно, кстати, было бы узнать. Но, к сожалению, в сети пока нету информации. Читать тексты на японском не получится. То есть нету таких технических данных. Вот, поэтому пока это остается загадкой, но к выпуску данного видео про эту машину мы постараемся найти информацию, как же она работает, эта печка, потому что это тоже интересно. Я вот сейчас она работает, ну-ка, я вот сейчас повысил, у меня мотор не работает, бензиновый, я качусь на батарейке. Печка на максимум работает. Давайте еще даже кондер запустим. Двигатель не заводится. То есть я подозреваю то, что все-таки здесь технология что-то связанное с тенами, то есть которая не завязана на работе бензинового мотора. Ну круто, что могу сказать? Потому что это убирает расходы бензина у данной машины. Ладно, выключим. Жара, караул. О, завез бензиновый мотор. Хочет подзарядить батарейку. Ну ладно, окей. Так, хочу взглянуть. Где управление вообще компьютером? Off. Нет, мы эту штуку отключим. Пробовать не буду. Здесь морда стоит, наверное, как пол моего сая. Так что, тем более, посмотрите, перед нами все тот же Паджеро на своих номерах интересных. Поэтому не будем пробовать вот эту штуку. Пусть работает. Так, держать полосу. Честно говоря, индикация не загорается никакая. А, ну все, а вот, все, держим полосу. Посмотрим, работает не, ну вообще работает. Нашу разметку видит, хоть она, конечно, не японская, там прям слой резины. У нас, конечно, так это работает все. Неплохие показатели, скажу я вам. 15.8. Но это я дубасил, как дурачок, последние несколько метров. Средняя скорость. Так, понятно. 5 градусов тепла. 17 ноября 2018 года. Конечно, осень в Владивостоке в этом году очень мягкая. 17 ноября год назад было следующее. Вот, а сейчас вот такая вот погода. Так, что у нас тут еще есть? Так, это у нас уже, наверное, более
общий АВГ, а это моментальный, скорее всего, или я вот... Нет, это средний. Неплохие данные, ребят, я вам скажу, 15.8, но эта машина может больше. Это я сейчас просто как дурачок играю с этой тягой. Я думаю, из нее можно выжать 20-22, это стопудово. Сейчас утащимся в пробки. Мотор там сам играет в какую-то игру, он там заряжается, глохнет, что-то. Я вырубил печку, может быть, стало ему легче. Так, одно деление опять пропало. Я в зоне риска. Но ничего, сейчас там будет Роснефть, заправимся. На Русском острове очень популярная заправка. Кстати, на Русском острове опять начали что-то строить. Друзья Путина. Так что какой-то развлекательный центр. В стране-то больше нет проблем, вот только с развлечениями. Поэтому строят одни развлекательные центры. Ну ладно, черт с ними. У меня тут свое развлечение. Полуэлектрическое, полубензиновое. Так, часы идут неправильно. Ну ладно. Это уже клиент настроит. Цвет оптитрона мне нравится. Вообще, панель крутая, конечно. Вот сейчас я чувствую, бензиновый мотор завелся, но индикация не показалась. То есть он его завел для каких-то то ли своих целей. Непонятно, для чего он его завел. Ребят, давайте глянем еще. У нас здесь вот такие вот воздуховоды. Простые, пластиковые. Что-то там есть какие-то эти, ну, механизмы внутри. Неплохо. Магнитола. Ну, такая ничего, мне нравится. Ух ты, какая реакция. Open. Ага, не будем открывать, ладно. Ну, вот здесь вот нотовский мониторчик, который показывает, что куда дует у нас печка, что там включено, что не включено. Как в жуке. Ну и в нотах тоже, но это все равно с жуков пошло. Ручки. Чехлы японец какие-то натянул. Что под ними? У нас черная ткань. То есть черный темный салон. Но чехлы я бы не снимал, чтобы, конечно, тачка прожила дольше, чтобы не заляпать салон, не порвать его, не там еще какие-то деформации не получить. Потому что продавая этот автомобиль, конечно, живой салон будет в кассу. Никаких потертостей, машина реально новая, то есть я не вижу никаких коцок пластика, ничего вообще. То есть все очень в хорошем состоянии. Это вот кнопочки, ну, соответственно, то есть это у нас как на гибридах, что нас слышат, если у нас заглушен бензиновый мотор, то это даст пешеходам услышать нас, если они идут спиной к нам. Держит полосу, оставим включенным, антиюз, выключение камеры, ставим ее включенным, управление ушами, управление компьютером, ставим, наверное, вот эту штуку, чтобы я не забыл про бензин, хотя я про него помню. Скромная кнопочка аварийки, селектор как на ноте, прикуриватель у нас вот здесь. А где же у нас говнас? Где же у нас говнас? Глонас, извиняюсь. Извините. А, ну вот он. Честно говоря, слабо верится, что глонас отменят. Не знаю. Ну, конечно, народ тут это восставал поконкретно. Собирались митинги в 2017 году. Я даже тоже сам подъезжал, ну, можно сказать, участвовал. Вот, поэтому, возможно, нас эти кнопки больше не коснут. А какого черта она не горит? Мне интересно знать. Не, реально, она не горит. Ну и что? Что будем делать с этим вопросом? Надо будет ехать к ребятам, кто ставил, почему она не горит. Потому что на ГАИ будут проверять, я уверен. Фирменные с надписей нота. Коврики. О, ничего такого тут нету. Ручник. Drive Mode. А, вот у нас спорт, эко. Так, давайте я попробую на эко поехать. Ой, как, о, вообще сразу, вот сразу же он очень тупой. Как только отпускаешь педаль газа, то у тебя нету абсолютно, ну, какого-то наката. У тебя, ну, это как будто, а, он жестко
начинает заряжать колесами батарею. Из-за этого, ой, вообще, вот он проваливается. Да, эко-режим, конечно, такой специфичный. То есть, как знаете, как на лодке пропадает, ну, то есть мотор водный. То есть, как только перестает тяга, то есть лодка останавливается. Все, то есть она на накате не может ехать. Здесь то же самое. Жесткая рекуперация, если я говорю. Вот это слово у меня вообще очень тяжело идет. Так, ну давай, залази. Три шестерки ВВВ. Вот этого хлопчика мы запустим в ряд. У него, по крайней мере, буквы не сру. Еще и поблагодарил. Красавчик. Три шестерки, молодец вообще. Машина из ада. Так, ну что, эко-режим, сейчас посмотрим, долго ли он нам сохранит вот это деление. Но, честно говоря, по ощущениям, блин, вообще непривычно, я не знаю, вообще так не знаю, очень жесткая рекуперация. На лифе даже она послабже. Здесь она, вот только ты отпускаешь газ, и все, она прям как будто у нее парашют сзади раскрывается. Я вот сейчас, вот у меня включена дэшка, у меня нога на тормозе не стоит, машина не движется. Вот это эко-режим, вот это я понимаю. Так, а что у нас еще есть? Давайте понажимаем. Так, ну это обычно и спорт. Вот, на спорте мы сразу покатились. То есть можно бамперочек-то и оставить. Об его вот эти дефлекторы, или как они там правильно называются, вот эти вот накладки на бампере. Так. И все-таки я хочу поехать в этой пробке на эко-режиме. Но чуть-чуть он, конечно, сбавил. Я вот сейчас газулю давлю. Он, конечно, сбавил оборотиков. Но, в принципе... Оп-оп-оп-оп-оп. Что такое? Экстренное торможение. Ну, я так нормально нажал на газ, точнее, на тормоз. И он такой... Ну, интересный режим, честно говоря, интересный. Ребят, еду с горы в режиме эко, и он останавливается, потому что у него колеса сейчас заточены, чтобы заряжать батарею. Рекуперация очень жесткая. Вот я давлю газ, когда еду с горы, а так вот он останавливается. Смотрите, скорость падает. Я еду с горы тут, ну, на своем Сайно гибридном, я тут, ну, притормаживаю, чтобы он не разгонялся. Но он нам набивает батарейку, за что ему респект. В общем, интересный режим эко. Он похож на режим эко-лифа, но он все-таки другой. Все-таки, когда есть бензиновый мотор, который в роли генератора, здесь эко-режим работает по-другому. Так, ну вот, ну как бы, честно говоря, педальку можно надавить. Даже в эко-режиме он нормально себя чувствует. Ну, конечно, убираешь ногу с педали, и сразу же машина останавливается. Так, в горку, так вообще. Вот сейчас появилась индикация в режиме Power, в основном вот это, то есть он заряжает нам батарею, сейчас вообще все заряжает батарею. А, нет, сейчас батарейка нам отдает в колеса, потому что мы в гору едем. Так, что-то, поменяли полосу, увидел разметку, камера у нас за зеркалом. Увидел разметку, поменяли полосы. Честно говоря, это полезная штука для девчат или кто любитель потупить в Инстаграм, потому что, то есть, когда ты там залип и потихонечку отпустил педаль тормоза, либо потихо катишься, то когда ты меняешь полосу, есть вероятность въехать, вот типа как в такого пробокса, которому уже кто-то въехал, то тебе тачка говорит: воу, ты съезжай, во. Как только на полосу одним колесом заезжаю. Но на самом деле крутая штука. Вот от тех, кто... Я пару раз в своей жизни приезжал по своей невнимательности, то, что я там тупил в телефон. И, ну, там были очень легкие ДТП. Я просто давал на месте там 3-4 тысячи. Люди там красили себе бампера, и мы разъезжались вообще, не дожидаясь никого. Ни ГАИ, никого, ни европротоколы. Так, ну что, наконец-то мы вырвались с этих пробок. Перед нами шикарнейшее море японское. Это поворот у нас на
русский остров. Нажмем вот эту кнопочку. И машина у нас сразу же проснулась. То есть нажатие газа оставалось таким же у меня, как в режиме эко. И я, как только выключил режим эко, у меня машина сразу же проснулась, рванула вперед. Так, ну что, оу, 120. Я вроде только договорю предложение, а у меня тут уже попахивает нешуточной скоростью. Но что вам могу сказать? Мотор ревет, заряжает нам активно батарею, с которой у нас идет привод на передние колеса. Держит дорогу. Не скажу, что прям уверенно, потому что у него все равно маленькие вот эти колеса пипеточные. Все-таки, когда у тебя 18-е диски, у тебя ширина хотя бы 195 или 205, конечно, ощущается по-другому. Пока вот можно, честно говоря, понаслаждаться видами, которые открываются всем людям, когда они едут на русский остров. Это много кораблей, кто-то стоит на рейде, кто-то, ну, там, ждет погрузку, выгрузку. С другой стороны тоже через запотевшее окно слабо видно, тоже суда стоят на рейде. Может быть, он смотрит в зеркало заднего вида, видит, что у меня камера передо мной, и, честно говоря, может, думает, мало ли, я сотрудник, и, ну, просто замеряю скорость, там, типа, сколько он едет, там, ну, есть такие люди, на самом деле, у меня даже среди знакомых, которые, ну, там, едут и просят, слушай, посмотри назад, там, не полицейские едут, мало ли, замеряют мою скорость. Но, честно говоря, нет. Ребят, запомните, что полицейские так не будут действовать. А, заезжать, не заезжать. Нет, не хочу заезжать. У нас еще целая доля бензина одна. Можно поехать вперед. Ух, не, на низ... все-таки на низах очень хорошо чувствует он эту тягу. И верха все равно это уже немного не его стезя. Форик сначала дрочит, а потом такой исполняет, давит на газ и хочет уехать от нота E-Power. Но не тут-то было, дружище. Этот табурет будет у тебя висеть на хвосте, даже с твоей выхлопной трубой. И, возможно, ты даже XT у нас турбовой. Но тебе это особо не поможет. Сейчас, честно говоря, попробую его спровоцировать. Сейчас посмотрим, что получится из этого. Чтобы хотя бы остаться за ним. Это уже будет огромная победа для этого нота. Просто ехать за турбовым Форестером. Нет, Форик слился. Ладно. Поедем тестировать скорость. Так, ребят, вырвался с ДВФУ. Сейчас вот тут у нас такая поворотистая дорога, а сейчас тут лучше вот такие вот всякие вот ребята тут хотят вывернуть с Navi Country Club. Так, а вот здесь мы можем уже поехать. Так, у нас ревет мотор, заряжает нам батарейку. Так, 140, да, было? Честно говоря, едет очень достойно, примерно как мой Сай. Но на самом деле Сай все-таки быстрее нота, но у меня 2,4 мотор, у меня 110 киловатт мощность гибридной установки, а у этой пипетки 1,2 мотор HR12, у него 80 киловатт гибрид, и он едет практически так же, как мой Сай. Вопрос, зачем платить почти 600 тысяч рублей за пошлину 2,4 мотора, когда здесь тачка, пусть не такая красивая, как Сай, но она новая, и она едет так же. Блин, Nissan, что ты делаешь? Я хвалил Toyota и говорил, что Nissan все-таки где-то позади догоняющий. Блин, ну сидя в этой машине, я меняю свое мнение. Она просто... очень крутая.
Сейчас, наверное, оборотов где-то 4500-5000. Давай, давай, дадим тебе. Все, пропала. Тяга. 160. С горы, давай. Нет, не идет. Не идет, и все. Давлю в пол. Ну ладно, окей. Ну, сколько? 155 идет, а потом почему-то вообще нету. Вот я прям давлю, я еду с горы, а он вообще не прибавляет. Я не знаю почему, может быть какая-то настройка все-таки безопасности. И чисто формально написали 180, и может быть стоит какой-то все равно запрет на скорость выше. Но мне понравилось. Блин, эта динамика, она пропадает к концу, но она вообще другая. И даже Prius, и Aqua, и вообще вот это вот все гибридное сообщество Toyota, оно не дает таких ощущений. Я чертов фанат уже E-Power. Так, сколько там можно продать Сая? Я беру E-Power. Это очень крутая тачка. А тормозит она еще лучше даже, чем гибрид. Гибрид же тормозит еще и мотором. Из-за того, что он гибрид. В конце колодками. Но эта машина тормозит лучше. Из-за того, что рекуперация на максимуме. Когда мы тормозим, особенно с таких скоростей. Руль удобный. Я вот сколько еду, да, 120, там поворачиваю в эти повороты. Держу камеру. Вообще по-хорошему, если держаться двумя руками, тут можно на 140 проходить вот эти повороты. Вообще просто как орешки щелкать. Я просто очень жестко держу руль одной левой рукой, хотя я правша. Снимаю для вас этот уникальнейший контент. И надеюсь, это видео поможет людям выбрать, что же купить. 30-киловаттный лиф, либо все-таки взять эту бешеную табуретку с бензиновым мотором. Ребят, вот здесь у нас проходит нелегал. Отсюда вот стартуют ребята, вот с этой полосы. Вот, ноль. Мы попробуем при монтаже замонтажить и понять, сколько он едет сотню. Есть сотня. 120. Вы посмотрите, что творит этот маленький безумец. 140, я не знаю. Но это было очень дико. Так, ну что, бензина у меня нету. Вообще все палки пропали. Я не знаю, когда он кончится. Я стопудово не доеду, если он кончится вообще. Поэтому, блин, конечно, эко-режим, он крутой, но он сразу же эту тачку просто забирает из нее душу. Но сейчас я вот доеду до кампуса, придется включить эко-режим и тащиться до заправки в очень медленном режиме, потому что неохота вызывать людей. Ребята, привезите бенз. Сколько? 130. Иду вот в такой затяжной поворот. Кстати говоря, я смотрел видео про E-Power. Это был японский ролик. И там инженер, главный инженер по E-Power, японец. Я поставил, в YouTube есть, там можно поставить перевод. И он в виде субтитров будет. И он сказал... Люди, которые вообще никогда не видели эту машину, они ее не изучали. Стоит им только коснуться педали, они сразу же хотят купить эту машину. Ребята, я вам полностью могу ответить за данные слова, что это так. Эта тачка просто берет своей тягой. Она красивая, да. У нее убрали вариатор, да, тоже зачет. У нее высокая пошлина, да. Но, блин, когда ты начинаешь ехать на ней, это просто начинается магия какая-то от Ниссана.
11,7. Когда я дубасил по 120, по 130, по 140. Ну, честно говоря, нормальные результаты. Мне на таких скоростях на трассе Сай показывает где-то 10.5-10. Здесь он показывает 11,7. Я включил эко-мод. Он мне... Так, все, мне достало это вещание. Я включил эко-мод, он сразу начал цифры эти прибавлять. И в итоге я сейчас, я думаю, пока я доеду до заправки, у меня будет результат в районе 20 километров на литре. Я думаю, он будет ехать. Еду в эко-режиме, сразу тяжелая педаль. Очень много сил он тратит на подзарядку батареи. Ребят, бюджет 1 000 000 рублей. Стоит ли покупать данную машину за лимон? Можно? Нет, уже нельзя. Купить Камри 50-ю гибрида нельзя. За миллион можно взять гибридного Аккорда 2-литрового. О, меня смущает только кузов хэтчбека. Если бы такая бы технология была бы в Хонде, допустим, либо в моем сайте, 2-литровый мотор, который в роли генератора заряжает мне батарею, а я двигаюсь только на электротяге, то есть это получилась бы маленькая Тесла. Это красивая машина на электротяге, но по факту с генератором в багажнике либо на крыше, но у нас он в моторном отсеке. Да я бы взял бы, вообще бы не думая, я бы взял бы либо Аккорд, либо Сай. Но Краун слишком тяжелый, думаю, для таких технологий. Но черт побери, если бы это был Аккорд с его красивым кузовом, если бы это был Сай, я бы не думая бы купил бы эту технологию, потому что это будущее. И все равно, как бы, даже данная технология, я думаю, когда электрокары будут очень-очень развиты, то есть, я делаю ставку, это где-то 8-10 лет, я думаю, технологии, как у E-Power, они будут оставаться все равно, потому что есть дальние поездки, и даже в Японии зарядить лифа, все равно, то есть, надо постоянно быть настороже, нужно постоянно смотреть карту, где эти зарядки есть. Все равно ты напряжен. А данная машина тебе дает возможность расслабиться. У тебя есть подстраховка в виде маленького бензинового мотора 1.2, который тебя довезет в любом случае до заправки. Да, он ест бензин, но зато ты можешь преодолевать очень большие расстояния, не думать о зарядке. Ты не заряжаешь, как лиф, свой автомобиль. Черт возьми, это будущее. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар». Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.